Yeah.
твоєї молодості. Хто старше згадає, а хто молодше хоче послухати. Хочется, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение знало эти песни, на каких песнях мы росли, о большой любви, о правде жизни. И поэтому самое юное дарование, которое сегодня у нас принимает участие, и мы вместе с ней споем знаменитую песню, вы ее прекрасно знаете. Настенька, пожалуйста. Oh,
признаю, а он мне нравится. Вітає лауреат всеукраїнських конкурсів Олексій Пономарьов. Пісня «Минає день». Минає день, минає ніч.
як зваблий постріл, пролунав одне прощай, але не втім моя печаль. Біда не втім, що свіще від люди, що сніші на вікні малює мертві квіти. Біда не втім, українських конкурсів Юлія Ващенко. Пісня «Мама». Мамо,
конкурсів соліст філармонії Максим Лозовий з піснею «Благодарю тебя». Доступ их признанию, ты
летало первого 7000 лет землей. Гул турбин, обрывки снов. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Отражение твоего лица, ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крыло туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как голод мой полет, в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Дорогие наши женщины, мы поздравляем вас с наступающим светлым праздником весны, 8 марта. Мы хотим, чтобы вы всегда цвели красотой, были счастливы, окутаны теплом, и возле вас всегда находились только достойные мужчины. Ночных небес скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес скорее тебя обнять. Вечная любовь, всесильная и должна.
время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы, наконец, приют для всех. Уже прожитых утех зорька расцветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом и все вернет. Блаженный летний зной, извечный летний зной, вечная любовь, живу, что
Моя рибонько, сріблою хвилею, стелею.
твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они танки, чуть под морозом, два крошки озера, и звезды в них горят, светясь, как угольки. Возьму в ладонь хотя бы один твой след, но только тронь, он просто снег. Он рассыпается, и вот в руке одного та следа нет. Внутри твоих следов от расставания, но поверни следы обратно, сквозь чужие следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам, внутри твоих следов от расставания. Обратно сквозь чужие следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам. Любовь-то след, и плавает звезда, любовь-то след, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет, ведь нет следов, что исчезают без следа. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно, сквозь чужие следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам. И по это благодаря Анатолию Николаевичу, это его была задумка, он говорит, пригласи своих студентов, своих, вернее, учеников. И вот это чудо, это первый мой, это первая ласточка моя. Вот, Максим Лазовой. Вы знаете, в жизни так не волновался, как сегодня, потому что мы сегодня уже и на Скифе были, 8.20 с Алексеем Пономаревым. Вообще, вы знаете, вот такое чувство гордости, что, ну, наверное, каждый из нас, мы особенно, потому что мы коллеги, мы занимаемся, и как прекрасно, когда росточки дают то, что мы посеяли, да? Вот, и поэтому я вот там ходил, там вообще, не знаю, места не находил. Ну, вроде бы все удалось, не все, может, совсем здоровы, там все мы, знаете, сегодня перепады такие. Спасибо, Анатолий Николаевич, что вы дали такую возможность перед такой потрясающей публикой выступить. Я хочу вас еще раз поздравить с наступающим праздником. И в заключении хочу спеть песню. Вы знаете, я родился давно, и мы выросли на тех песнях, когда вот он сейчас тоже пел «Тобо Баджаняна», пел там другие там песни наших украинских выдатных композиторов. И вот сегодня сейчас прозвучит песня, которая говорит о многом. Пока есть память, пока мы живем, мы все это помним. Песня так и называется. Пока я помню, я живу.
тума над городом зашла. Уже троллейбусы уходят спать, и словно ветры счастья в окно мое стучатся вновь. Воспоминания, воспоминания о давнем дне, когда однажды ты пришла ко мне в дожде таком веселом, светлом и невеселом. Ты идешь ко мне. Yeah.
раз співає Анастасія Нітовкіна. Вітає лауреат всеукраїнських конкурсів, соліст філармонії Ігор Кисельов. Своїми учениками, да? Я думаю, що кожен з вас теж вспомнив те, що є у кожного з вас за спиною і в настоящем. А ми вас прийняли, весь зал, видите, як вас прийняли, не дожидаючись, поки отримують вони там офіційно заслужених, народних і так далі. Заслужили вони аплодисменти тих людей, які люблять іскусство, цінять іскусство, знають іскусство і живуть іскусством, тому що іскусство, найбільше іскусство на білому світі серед всіх професій – це бути учителем. Кожен день – це актер самого височайшого класу, равно як і ви. Ми желаем, чтобы каждый ваш день был так же насыщен творчески, как день сегодняшний, чтобы были вы, ваши ученики, всегда востребованы, как сегодня. Вы имеете на это право, потому что от Бога рожденные и Богом посвященные и отмеченные вы и ваши ученики. Счастья, здоровья, благополучия. Но мы, я думаю, хотели бы оставить свой след. Я подписал от всех нас. Подписал всех вас подяку каждому участнику сегодняшнего прекрасного действа в память об этом дне. А мы вас будем помнить, будем ждать в этой, в других аудиториях самого лучшего. Спасибо. Mm-hmm.
мы не успели завершить нашу конференцию, так как нам бы хотелось, да, потому что мы действительно благодарны людям, что с одного концерта на второй концерт и дали возможность вам вот насладиться тем прекрасным, что было на этой сцене. Я бы назвал вот этот концерт для себя, я назвал, что это с любовью к учителю, да, потому что в каждом выступлении было слово «любовь». Я думаю, что мы встретимся с вами, пожелаем нашим женщинам завтра самых добрых слов. Сейчас неуместно об этом говорить после таких вот выступлений ярких. А каждый мужчина и преддверии, и каждый день, особенно преддверии женского дня, хочет понравиться женщине. Так вот, я использую эту возможность завтра. И завтра мы все-таки найдем возможность дать слово моим коллегам, которые сегодня не успели выступить. То, что мы обещали пустить вас пораньше, мы сделаем, вы будете в своих семьях, в своих коллективах, своими родными и близкими принимать поздравления. Но все-таки мы найдем возможность такую, чтобы вы услышали еще то, ну, ради чего мы сегодня в первой половине собрались, ради того, чтобы почтить память великого Кобзаря. Память.